Первые 4 недели после появления на свет – это сложный и очень ответственный период. Беспомощный при рождении ребенок привыкает к внешним незнакомым условиям. Период адаптации не проходит незаметно. Малыш к концу первого месяца уже многое знает и умеет. Физическое развитие. Месячный ребенок забывает о позе эмбриона, и пусть его движения пока еще хаотичны, он способен активно двигаться, махать конечностями. Размерность в движениях и координации появляются чуть позже, месяца через 2-3. К концу первых 4 недель некоторые малыши способны не смело приподнимать головку, лежа на животе, и ее недолго удерживать в вертикальном положении. Когда малыш лежит на животе, он уже может немного поднимать попку и голову. Также он наверняка оттолкнется пятками от подставленной в этот момент ладони и сможет продвинуться немного вперед. Эмоциональное развитие. В первые 30 дней жизни малыш научился прекрасно отличать маму по голосу, по ее особенному запаху, по прикосновениям. Для месячного ребенка свойственно копировать окружающих. Улыбнувшись ему, совсем скоро вы получите осознанную улыбку в ответ, причем предназначена она будет однозначно в ваш адрес. В этом возрасте кроха видит яркие вещи в непосредственной близости. Он может на несколько минут сфокусироваться на неподвижной игрушке и проследить за движущимся перед глазами предметом. К концу первого месяца малыш гулит, копирует услышанное и отвечает непонятными звуками, если с ним разговаривают. Сейчас ему свойственна демонстрация настроения в зависимости от ситуации, на его лице улыбка или слезы. У ребенка развивается направленная реакция на звуки. Он активно поворачивает голову в сторону, откуда исходит шум. Кажется, всего-то месяц прошел от момента рождения, а малыш уже столько всего освоил.